Специальное предложение только сегодняшнего дня. Только представьте, вам теперь не нужно откладывать на ремонт. Вам теперь не нужно с веником ежедневно подметать после строителей. Вы выбираете блок интерьерного покрытия, бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу, и делаете ремонт за один час. При покупке двух упаковок будет действовать дополнительная акция. Минус 1000 рублей на вторую упаковку. То есть две упаковки за 5998 рублей. Плюс бесплатная доставка. Ну что ж, вы сегодня можете приобрести свою новую гостиную, например. Смотрите, в стиле лофт она сделана. Я уже представляю, как ваши гости будут удивлены новому образу вашей гостиной. В прихожей также очень удобно использовать блок интерьерного покрытия. Или в детской комнате. Выбор за вами. Кстати, вы присылали нам ваши изменения в вашей жизни. Давайте посмотрим на них прямо сейчас. Более 75 тысяч преображений прислано было за все время существования блока интерьерного покрытия. Вот, например, смотрите, обои уже отходят, а тут шикарный новый интерьер. Плитка отвалилась, а мы наклеили блок интерьерного покрытия. Какая шикарная сразу стала ванная. Вы посмотрите, какие идеальные преображения случились с блоком интерьерного покрытия. Случатся и прямо сейчас с Алексеем Игнатьевым, экспертом телеканала Шоп-н-Шоу. Итак, друзья, я хочу рассказать про эти панели. Самые главные их, конечно же, преимущества. Итак, эта панель, во-первых, с ней работать очень легко. Справится абсолютно любой человек. Нужно всего лишь навсего отсоединить защитную пленку с обратной стороны и приклеить туда, куда вы захотите. Следующее. На любой тип поверхности абсолютно можно приклеить. Далее, кроме этого, это, конечно же, характеристики этих панелей. Они обладают антивандальными свойствами. Вот, смотри, приклеить можно, кстати, куда угодно. На ОСБ-плиты, на металл, на плитку. Кроме этого, конечно же, на краску, на дерево и на бетон. При помощи вот этого всего нужно всего лишь навсего как раз-таки отсоединить защитную пленку, как ты сейчас делаешь, и приклеить туда, куда вы захотите. Ну и кроме этого, конечно же, я хочу обратить внимание, что легко это делать, смотри. Вот. Да, кстати, посмотрите, ты вот, можешь, например, да, провода, которые мы еще не утопили, да? Да, да, любая поверхность, даже какая-то необработанная поверхность, на какой-то есть какие-то определенные изъяны, тем не менее, при помощи этой панели все закроется. И вот, вот таким вот образом мы все это приклеиваем. Смотрите. Если есть какой-то угол, друзья, сейчас Ольга вам продемонстрирует. Вот дерево разве можно согнуть? Его нужно отрезать, под 45 запиливать. Там уже с деревом ничего не сделаешь, но с этой панелью можно сделать все это очень легко. Просто берешь, просто загибаешь, просто прижимаешь, и все. И уже это все приклеилось и, как говорится, работает на все 100%. Вот таким вот образом. Далее, после того, как мы приклеили, мы это, скажем так, можем использовать эту панель, потому что мы можем с ней делать все, что угодно. Мы возьмем, допустим, какой-то маркер, возьмем вот маркер и попробуем там что-то написать на этой панели. Ну, либо сделать какой-то рисунок. Вот смотри, мы нарисовали что-то, и если бы это была какая-нибудь, скажем, обои, либо что-то еще, то все, они были бы уже безвозвратно испорчены. А дерево сразу в себя всю краску забирает. Здесь мы просто возьмем, да, тряпкой, вот так вот стираем, и все. Вот такая вот антивандальная, вот такие антивандальные свойства этой панели. Кроме того, я тебе хочу сказать, что мы можем даже водой попрыскать на нее. Вот, смотри. И мы видим, что здесь абсолютно ничего, во-первых, не впитывается. Ты видишь, вода, во-первых, просто стекает. Видите? Гигроскопичности здесь нет. Мы просто берем тряпкой, вот так вот все стираем, и все. Ну и самое главное, конечно же, качество – это долговечность. Это все прослужит вам очень долго. А если ванны будем использовать, соответственно, и не будет плесени, грибка, правильно? Верно. Раз мы сейчас вот с тобой это доказали. Давайте выберем оттенок. Может быть, белый цвет подойдет в ваш интерьер? Можно мозаику белую взять. Это уже плиточная история. Янтарный цвет есть. В наличии мозаика Сахара закончилась. Вот янтарный, еще раз хочу акцент сделать, это солнечный оттенок, который будет избавлять нас от депрессии, особенно осенью. Золотой ретро, римский кирпич, кирпичный парижский туман. Еще у нас есть деревянная фактура, массив дуба и кленовый сироп. Да, вот посмотрите, эффектный образ вашей квартиры вам обеспечен. Альпийский дуб. Вот здесь фактура кирпича. Как будто, смотрите, кирпич в виде дерева. Очень интересно. Сумерки и греческий мрамор. Еще у нас есть старый город и горячий мокко. Это самая выгодная покупка только одного дня. У нас, друзья, сегодня действует хорошая акция.
При покупке двух наборов вы получаете дополнительную скидку 1000 рублей. То есть два набора брать выгоднее, стоимость будет 5998 рублей. И если два набора заказываем, здесь уже 10 квадратных метров, то есть 20 листов размером 70 на 70 сантиметров. Ну и, конечно, бесплатная доставка в любой регион Российской Федерации. И это самая выгодная покупка только одного дня. Все наши телезрители сегодня заказывают сразу по две упаковки. Ну, выгода, бесплатная доставка. Ну и, конечно, смотри, когда мы переехали в нашу новую квартиру, так, мы посчитали, сколько мы на ремонт потратили. Сейчас не буду вот рассказывать вот эти цифры, чтобы в обморок не упали. Мы сами были шокированы. Ну, мы 2 года делали ремонт. А вот въехали мы вот в такую, ну, пришли мы первый раз, да, в такую квартиру, когда даже соседи было видно сквозь щели. Вот так сейчас сдаются дома. Ну что ж, да, это бывает такое, это не мудрено. И я хочу сказать, что вот как раз-таки такие поверхности, они для обычных обоев совершенно не подвластны, потому что надо тут будет заштукатурить, зашпатлевать, проштробить, спрятать провод и все остальное. Вот, но я сейчас хочу продемонстрировать легкость работы с этими панелями. Посмотри, я взял, отсоединил вот защитную пленку с обратной стороны, присоединяю вот сюда вот. И буквально за какие-то считанные секунды мне остается только защитную пленку поддержим, чуть-чуть поможем, да. Вот таким вот образом защитную пленку, соответственно, убрать с обратной стороны, после чего мне остается все это разгладить. И если нужно, при необходимости, загнуть вот так вот. Слушай, как с это двух легко. Сторон. Легко, дерево, приятно, легко, легко, и самое главное, мы экономим время. И любой человек сможет это сделать. Какая выгода? Да такая, что на самом деле раньше мы как, нанимали каких-то рабочих, какую-то бригаду, которые делали бы, да, вот этот все ремонт, выводили стены. Сейчас этого ничего не нужно. Вы экономите очень сильно, вы просто берете, покупаете эти панели и сами легко делаете. Когда мы делали ремонт, мой муж даже шутил с рабочим, говорит, слушайте, вы что, штукатурку едите? Я только вчера 20 мешков вам принес, сегодня уже почти ничего не осталось. Но, естественно, штукатурки нужно очень много для того, чтобы выровнять стены. А для сколько грязи после этого, сколько уборки нам предстоит. Поэтому к ремонту нужно еще морально подготовиться, да? Вы сегодня выбираете ремонт за час. Блок интерьерного покрытия, стильный ремонт. Вам сегодня гарантированно 2 упаковки берем, получаем дополнительную скидку 1000 рублей плюс бесплатную доставку.